Кринж реклама. Бля. Она беременна? Ну вот и в итоге? Вот родится у них ребенок. В какой семье он в итоге будет расти? Кем он в итоге станет? Я в ахуе. Слава богу, что она этот огурец хотя бы ест. На этой кровати. Ух, блядь! Ладно, возможно, они только его ест. Вот, блядь, ебать. Переоденься. Даже не подумал. Кстати, вам тут привет от трех лиц. От каких? От хуя и двух яиц. Ах ты, сука. Чего, блядь, зачем? Для чего просто? Меня мамочка рожала, вся полиция дрожала, а как только я родилась, участковый застрелился. Все врачи кричали дружно, это девочка-бандит. Ладно. Бля, что так лагает-то, я не понимаю. Ля какие! Что, Джеки Чан? Нихуя! Ля, реально. Суета, блядь. Виски, кола, блядь. Тебе лет 12. Иди молоко лучше выпей, блядь. Полезно для здоровья. А прическа шо, блядь? Я на подскоке, песик. Обкашляем вопросик. Hey yo, pipi pupu check. Pipi pupu pu. Pipi pupu pu. Бля, жалко, конечно, люди. Ух, нихуя. Она хотела себе принца, моя скинни джинсы. Ее смысл жизни, но он не поленился, как бы. Суть тренда — посмотреть на камеру, как на своего врага. Ля, суету наводит. Ля, суета нахуй. Единороги рулят, единороги сила. Дмитрий Ликс? Могила. Сданулся человек. Танцы в тусе. Ну да, танцы в трусиках, на подсимоне в штанах. Гутоперчивой походкой мы заходим, we are for. Самой удобной одежде, чтобы... Если тебе нужны трусики, ты вон на Twitch зайди. Сейчас даже сам зайду. А, они же там начинаются от 5000 где-то, зрителей. Больше они пока поднять не могут. О! Вот что я искал. Короче, сейчас, короче, ребята, держу в курсе. Тренд, новый тренд на Твиче. Женщины покупают себе бассейн, блять, надувной бассейн себе в квартиру, ставят его в комнате, наполняют водой и сидят в нем. И типа тем самым арбузят правила, ну, абузит имеется в виду, то есть обходит их. Тут же можно, типа, ну, если бассейн, то окей, ладно, можно там в бикини, в трусах. Вот, а тут как бы вопрос, так, ну бассейна нет, я живу в городе, в квартире. Точно, можно купить бассейн себе в хату, блядь.
И вот что мы получаем в итоге. А, не, это не то. Вот. Ой, блядь, нихуя. Пиздец, это просто пиздец. Просто пиздец, просто пиздец, просто пиздец, просто пиздец, 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 пиздец. Я в ахуе, ребят. Та самая? Да я уже не помню, кто она там. Так, этот вообще дрыхнет. Причем на него платные подписки покупают, и он спит. Балдеж. Забери мою кишку, купи мишку и огромную сосиску. Суть тренда — посмотреть на камеру, как на своего врага. Блять, а смотри так, как будто я какая-то, я не знаю, шаурма, блять, очень съедобная и сочная. Бля, нахуй. Поминай, знаешь, типа она что-то, я так больше не могу терпеть ее все эти годы. Ты достала меня, закрывай свой рот, сука. Я буду говорить, а ты меня слушай, молчи. К тебе домой имею право заходить без стука. Ой, блядь. Пиздец. Можно я еще раз? Зайчики, мальчики, где же вы, где? Где же вы, где? На луне? Бля, почему все бабушки выглядят, сука, одинаково? Вот так. Неужели с вами такая же штука произойдет? Я просто не понимаю, почему так происходит. У всех одинаковая фигура, вот реально. Снюс? А-а-а. Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь. Причем с дедами ведь такое не происходит. Не, конечно, бывают разные деды. Но деда в таком виде ты встретишь редко, блядь. Деды в основном, наоборот, дрыщи такие ходят, худые. Вот. А вот именно с бабушками, блядь, такая вот фигня происходит. Не понимаю, почему, блядь. Конечно, не художник, но ебальник я тебе разукрашу. Не надо, осуждаю. Высоко под нами облака, она в моей ДНК. Ебать. Ясно. Не надо обижать мою подругу Флору. Да? Или что? Стелла, пойдем искать платье. Приятно было познакомиться, девочки из Беты. Удачного шопинга. А тебе, воровка пиццы. Это что? Воровка пиццы? Особенно подойдет грязно-коричневый цвет. Твою ты мать, блядь. О. Если ты сидишь в ТикТоке, скажи мяу. Если ты хороший. Бля, не понял, это мужик, там, по-моему, усы. Скажи... Подожди. Усы. Бля. Бля. Если. А, нет, показалось. Мяу! Ты сидишь в ТикТоке, если ты хороший котик. Если ты любишь Slim's Music, скажи мяу. Родная, давай замутим доченьку. С меня красивая ночь, с тебя красивая дочь. Он её дурак, я моя лучшая. Она вся такая, нихуя себе отца. Деловая важная, просто опасаться цены себе. Бля, чё, грязные штаны. Мама на криминал, в жизни много повидала. Кто с улицем провода, столько лет даром отдал. И теперь держу бокал, за родных, кто пострадал. Смарт, мастер, господа, с тобой, словно
два патрона в парабеллу. Мы когда дресс-код на черном, мы одна лишь пара в белом. Я сейчас, знаете, такая слишком поторопилась, потом поняла, что так, рано, еще рано. Да блин, пиздец. Ой, я в ахуе, блядь. Охуенные тренды в ТикТоке, что я могу сказать? Гаечка, не хочешь такой же записать? Мне кажется, зайдет. Я думаю, там несколько миллионов точно будет. Передайте ей, короче, пусть вот это запишет. Вот, уже снимает, отлично, ждем. Чего? Да блядь! Продай свой АК? А, аккаунт, блять, я думал этот АК-47 Калашников в КС-очке, блин, за сколько? Ебанутая, что ли, блядь? Чё? На мне кучи. Золотые чины, ювелирка Мидас. О-о-ола, ола, 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 ола. Блять, что с людьми делает музыка на самом деле? Так-то если подумать, влияние оказывает ебейшее просто вот. Особенно такая вот музыка, которую мы тут слушаем. Вот вы вроде думаете, да чё? Да ничего, блять, реально людей превращает в каких-то дебилов, если честно. My dick is big, my dick is very big, my dick is big, it's big. Блядь. А, ладно. Я думал, это Пугачёва. Очень редко мы показываем лосину, но вот собрали, девчонки, турецкие лосины. Ой, так это же... Это Гуччи. От 46 до 60 размеров. Пишите, постараемся каждому из вас... От 46 до 60. 60 размер это вообще как? Кто слева? Аринян? Че, ебанутый? Вас ответить и поработать с каждым из вас. Вообще ни капли. Тупо два краша. Кто? Вот это вот это краши. Ну, только если из смешариков, блядь. Ой, блядь, родные. Всем саламчик пацанам загоняю. Ебать, Тиньков, ты чё, блядь, совсем ёбнулся, что ли? Свой особый саламчик. В дальнее и ближнее зарубежье, родные. Всех обнял, приподнял. Я в ахуе. Вот ты говоришь, что я шарлатанка. Прежде чем говорить, сначала погадайся меня, потом увидишь, шарлатанка я или нет. Я дам номер WhatsApp, позвони, пиши, я тебе погадаю. Да, блин, ну вот, пожалуйста, я о чем я и говорил. Кто, блядь, сидит в WhatsApp? Ну вот, пожалуйста, шарлатанки. Ой, точнее, кто она там, не знаю. Она клялась любви, я влюбился в эту дуру. Я тебя просто... Осторожно, машина-то не твоя, блядь, сейчас владелец выйдет. Я что-то так аккуратно на нее так прислонился, типа, блядь, главное, чтобы не сработала сигнализация. Судя по этой машине, давно на ней уже не ездили. Пап! Чё? У меня ученица спросила, кем ты работаешь? Я сказал, хакер. А жрет вроде доширак. А, и водку пьет. Ну, блядь, все, отличный батя, прям супер вообще. Какой тебе нахрен хакер? Ну как, ты три раза кодировался и три раза код подбирал? Я, конечно, не художник, но ебальник я тебе разукрашу. Ну ничего страшного. Ты бальба более шарит. Тяу-тяу. 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 Тяу-тяу, блядь. Ох, ничего. Да что они все одинаково-то выглядят, я не понимаю. О, блядь, Дзюба. Таких людей, видимо, вот где-то вот отдельно, знаете, производят. Уважаемые дамы, я ищу себе жену. Невесту. Я очень люблю женщин, которые в возрасте. А, я! Опытных. Я. И я уже приготовил подарки. Если у вас есть дети... Не, ну тут хуйня, на самом деле. Сколько тут? Ну, 1.5 миллиона где-то. То у меня это уже хуйня, мелочь. Готовы подарки.
на каждого по подарку. Но ну чтобы да. было у вас не больше 4 детей. И я хочу, чтобы у вас была теща. Я очень люблю говорить с тещей. Ну, если у вас нет тещи, это не страшно, но лучше бы она была. Вот все люди не любят тещ, а я бы очень хотел иметь тещу. Очень хотел бы. Ребят, немножко о себе. Я миллиардер, живу на Рублевке, но у меня есть минусы. Ладно. Я одинок. У меня еще никогда не... Миллиардер, но держит что-то как-то не особо-то и много. ...брака. Пишите мне, пожалуйста, я хочу выбрать одну из вас. Вы долбоёб! Дебил, блядь, чё? Дебил. А потом люди это будут покупать. Кончено. Вот за такую хуйню, я считаю, надо тиктоки банить. Некоторым. Пиздец. Чё ты ржёшь, голова? Я прямо картины выставил, я отвечал. Что они делают? Давай! А ты чё ржёшь, придурок-то, а? Что, давно не получали лечение? Это просто элементарно остудиться. Что не знаю. Я хуй забила на тебя. Люби тебя, хуй буду я. Меня ты круто наебал, упиздил, слова не сказал. Ебу я в рот таких козлов. Живи ты, блядь, среди лохов. Ты, сука, больно сделал мне. Но благодарная судьбе, что нам с тобой не быть вдвоем. Но ты хуйло, пойми меня. Я заебись, а ты хуйня. Ты не пришел, пошел в пизду. Другого ебаря найду. Таких козлов по белу свету. Быдло, ебать бы, да хуя нету. Кухес. Я лучше получу 3 пули в игру, чем... Что? 5? Ау, нахуй. Блин, ты сделал. Надо было дописать, чем 5 в жопу. Оооо. Цепина мне, эта сука так манит, закаменел, будто каменный камень. И вообще не забывайте, что я вам должен 13 сабок.